Я вернусь. Есть что-нибудь по этому поводу сказать? Я бы, вот у меня очень, мне очень бывает намного проще продолжить тему, если включается другой человек. Другой есть, конечно, есть. Вы про квантовую механику говорите, она уже в 30-х годах закончилась прошлого века. Вы застряли в... Никуда не застрял. Вот нигде он не застрял. Ничего не знаешь. Она... Человек до сих пор развивается. Квантовая механика, как наука, уже сформулирована давно. Сейчас уже давно и квантовая теория поля, и квантовая гравитация, и теория струн. Вот чем сейчас занимается наука. А вы говорите о квантовой механике. Это все столетней давности вещи. Подойди поближе. Самые последние теории, они уже совсем не новые. Вы возражаете? Вы говорите... Вы владеете, вы можете не возражать? Но все это со всеми парадоксами я соотношу с теми, с тем, с чем есть каждый человек в этой жизни. Очень зря. Это от человека никак не зависит. Это существует и без человека. От человека очень многое зависит, если он, то есть это может быть все, что угодно, но это для человека может быть интересным коснуться всего этого. Дорого разводить, на звонки сбрасывай. Валюша, давай все разумеешь, чтобы вы, а то как-то нехорошо. Да-да-да, нет, так это нехорошо, что нехорошо, я чувствую себя очень хорошо. А я чувствую, что ты себя чувствуешь очень хорошо. Вот, я хочу немножко разгрузить этот стол. Ребята, позовите это... Илью, пожалуйста, Илья здесь. Илья, хочешь, чтобы ты собрал это все, чтобы никуда не... Да нет, я... Илья. И еще меня интересует вот мой друг Феликс. Здесь я, здесь. И здесь, ну вот давай, что там эти самые, хоть я не знаю, чего. Ничего там. Ну что, друзья, давайте за процветание этого дома. Там есть чай. Давай, там. Есть чай в самоваре. Давай чай, давай чай. Есть кружки. Хоть мы не метки, но чаем можно и чаем побаловаться. Ты хорошо держишь форму. Да, молодец. Пойди сюда, смотри. Привет.